Ну чё, здоров, пацаны. В общем, вот, завезли опять Теноген скины. Да, я недельку немножко провтыкал с обзором, но не суть важно. Давайте начнем обозревать. Скин копья Лимфарис. Ну, в принципе, начал... Можно было начать с более чего-то убогого, да. Ну, в принципе, мы не ошиблись, да. Ну, копье... Где тут копье? Это какой-то посох, не знаю, Sailor Moon, то есть сейчас феи начнут выползать, но это не копье. Это что-то футуристичное, наверное, пойдет только Титании по стилистике, по-моему, под нее и делалось. Но, в принципе, ну, не знаю, не нравится мне лично, но поэтому перейдем дальше. Хроматирс, блин, 39 гривен. Блин, ребят, я даже не знаю, что тут обозревать. Кроме шлема, по-моему, не на что даже внимание обратить. Такие рога, на которые можно посадить врага. Такая бородка, которая так вроде как светится, сзади тоже такой, типа, острый какой-то такой хребет, типа, у хребет у него есть такое острое лезвие, которое тоже светится, ну, в общем, ну, не знаю, обычный скин, по-моему, тут тоже даже зацепиться не за что, поэтому давайте дальше, скин, хром и гракс. Гракс линейку я вообще недолюбливаю, но в плане хромы, ну, да, скин сам по себе тоже убогий, но у хромы сам по себе такой убогий образ, то есть убогий ски, так сказать, скин. А тут все вроде как сглажено, нету вот этих вот зараженной тематики, которую я тоже недолюбливаю. То есть, вроде как обычный скин хромы можно заменить на граксовый скин. Я не говорю, что он хороший, но он лучше, чем стандартный. Он интересный, то есть, в этом плане. Поэтому, в принципе, ну, вполне годно. Это вполне можно юзать. Дальше. Скин Локи Эреб. О, Сомик. Тематика Сомика, да. Зараженная тематика плюс Сомик. Сомик, ну, это я имею в виду усики вот эти, это вообще нечто. То есть... Еще будешь бегать, как они будут за тобой двигаться, ты тоже, блин, ну, пацаны, ну реально. Вот эти вот мозги наверху, блин, полуроги какие-то, там, улиута, уши чебурашки, блин, ну хрен его знает, пацаны, тоже туловище. Ну, туловище я тоже само по себе не беру, оно тоже убогое. Скин Мех Фэрроу. Ну, в принципе, сразу опять отрезаем бошку и смотрим на голову. Что тут примечательно? Примечательно красивая вот эта анимация. Но знаете, что напоминает мне этот скин? Мне напоминает то, что взяли обычный круглый аквариум, на него прикрепили гифку. Все, то есть я не вижу тут особой какой-то работы в плане стилистики. Все, что тут сделано и все, что тут решает, это гифка на морде. То есть все, если не будет этой гифки, вот этой анимации на еблете, то это ни о чем. Скин Миссы Марлет. А вот тут, честно, как будто слезали с аниме Джоджо. То есть вот мне вот действительно напоминает его вот этот кепчик, и у него как волосы назад идут, эта рисовка, вот мне действительно напоминает эту анимешку. В принципе, скин не такой уж и дурен, но... Да, он не такой уж и дурен, его можно юзать, он прикольный, то есть... Еще анимешникам зайдет, потому что, ну, действительно, ну, ё-моё, Джоджо, ё-моё, это классика уже почти, можно сказать, то есть... Не могу ничего плохого сказать, и в принципе его будут брать. Скин не такой уж и дурный. Не так дурен, как хотелось бы его мне обосрать, честно, ребята. Может быть, я бы его даже купил, но в желаемое добавлять... Не. Идем дальше. Скин Никс Аурелия. Ну, в принципе, это кто у нас? Хитсусан. Хитсусан, по-моему, начал скатываться и с каждым разом клепает уже не тот уровень, с которого он начинал. Да, тут хорошее разрешение текстур, мелкие детали прорисованы. Но по сравнению с прошлыми скинами, по-моему, мне кажется, тут чего-то не хватает. Плюс он поперся в эту рыбью тематику. Нафига ты это сделал, чувак? Рыб тут и так хватает. Тут сомиков уже плавает в этих теноген-скинах, я уже не знаю, полдесятка так точно. Поэтому уйди от рыбьей тематики, ты нормальные скины клепай дальше. Че ты на вот это говно начал переключаться? Блин, один скин на новый чего стоит? Скин Рина Секта Скоробея. А почему не Секта Жука-Навозника? Ну ладно. У него такой перелив жучий, такой еще раскраску выбрали для магазина. То есть шлем такой. Ну, в принципе, этот скин некоторым даже и зайдет. То есть такой рогатый, даже в принципе в каком-то смысле скин в тематику, то есть этот шлем, он в тему как-то, то есть он такой мощавый, носорог, рина все-таки, то есть и этот скин купят даже. Но мне чем-то не нравятся его вот эти татушки-разукрашки, то есть да, такой типа хромовый металл какой-то такой, так отсвечивает, то есть не прям вот золото, прям вот в глаза там вот именно. Вот такой вот более затушенный вариант, так скажем, металла. Текстура такая прикольная.
Ну, в плане остального, ну, наверное, я даже останусь 50 на 50. Скин Вольта Фульгур... Блять, там и нахуй пошел. Сомик опять, блядь, очередной нахер. Что это? Или матка чужого, или просто, знаете, сбоку он как чужой выглядит, реально. Только сейчас еблет у него откроется, то есть, а тут такая вторая харя пах, на вас, то есть... А, само туловище, ну, блин, ну, покрыло его пятнами ветрянка, походу. Но вот шлем это чисто заражен, ну, не зараженный, а чисто чужой, вот, я не знаю. Прямо он смотрится как чужой, сбоку как чужой. Еще вот эти сомикообразные ушки, их бы обрезать, честно. Ну, ну, раздражают, ну, куда они их пихают, ну, к чему они их пихают? Ну, в принципе, блин, фанаты найдутся такого говна, ну, блин, тут чисто поорать, может быть, если счит его как-то более темно разукрасить, а ну, не вот эти вот коричнево-желтые тона, то будет еще круче. Шлем Гары Силика, по-моему, единственный шлем, который завезли на Тенноген, и, по-моему, первый шлем на Гару, точно не помню. Ну, в принципе, ну... Посредственно, ничем не выделяется, не за что его даже обосрать. Прям обычный шлем, то есть, ну и платить бабки за него тоже не стоит. Санданы пошли, моя любимая тема, это ебучих сандан, которые делать практически не умеют или не умеют их водить. Смотрите, сразу она застряла у вас в жопе, то есть, и надо было покрутиться, чтобы вытащить. А так это, по сути, треуголка, которая крепится к вам на вырост из лопаток. То есть, да, спину видно, все прикольно, у Берона шикарная спина. Но сама сандана, она убогая. Еще там внутри нее какая-то текстура есть, так сказать, которая повернута к жопе. То есть в виде кишечника, причем там какая-то текстура, непонятный рисунок. А так, в принципе, еще вот эти вот висюлечки, ну, висюлечки тихого, блин, ребят, не знаю даже. Аксура сандана. Два топора тоже воткнули в лопатки, то есть, и оттуда какая-то ткань такая. Но она переливается, в принципе. Ну, два топора, два ножа. Ну, блин, их неудобно носить. Хотя, в принципе, если спиной ебонькать врагов, то, в принципе, может, пойдет. Там, видите, как два ножа со спины. То есть, или их надо вытянуть и ими к нам ссать всех, я не знаю. То есть, ну, это обычная сандана. И, честно, то, как в данный момент сделана ткань у ДЕшников, такие санданы, ну, это фуфел. То есть они сильно ломкие. Дуэ Волпи Сандана. Вот, видите, эта сандана более жирная, она не ломается. То есть, как вот прошлая сандана, она так переходит плавно по попке, то есть, хоть она попки не касается, она что-то ее огибает, наверное, очкует. А беру на попку. То есть, ну, эта сандана, она еще более-менее выглядит, такой даже рисунок интересный, он вроде как еще так светится, то есть, вот, в принципе, вот эту, я думаю, будет даже брать. То есть, это не шедевр прям, конечно, но не то, чтобы вот прям вот нету вот этого вот у нее, то есть. Вот, Митра Сандана, по-моему, единственная более-менее интересная Сандана, и то, наверное, потому что ее не видно, но она опять-таки ломкая. Но она красивая, то есть, я не спорю, мне нравится эта тематика микросхем, а то, что там перетекает энергия, можно вообще в зеленую там закрасить, типа хакер, там все дела. Единственное, что мне не нравится, это вот эти вот рога, которые к шее стремятся, так сказать, вот их бы убрать. Чтобы она на спине не была такой увесистой. Потому что вся фишка все равно в этих, так сказать, полупрозрачных энергетических крыльях. В принципе, может быть, даже в избранное это стоит добавить. Я даже не знаю. Да, наверное, добавим и в избранное. То есть, пусть повисит, может быть, потом куплю. И вот, Мушусу Сандана. Вот честно, кто это вводил? Я не знаю, кто делал это, ясно. Делают это аутисты, которые сидят в стиме и делают, в общем-то. Но кто ее вводил, ну, я не знаю. Ну, каким это аутистом быть? Это, во-первых... Она, блядь, больше, чем Warframe, нахер, блядь, пацаны. Во-вторых, ну, это просто какой-то из прототипа... Играли в игру прототип? Вот, если акулу захватит вот этот хер вирус, то вот это будет ее хребет, нафиг, я не знаю. Это какой-то зараженно... Даже не зараженно, это вот какая-то веном какой-то, блин, акули, я не знаю, блин, ну... Ну, ребят, это, по-моему, в игре это смотрится несуразно, но огромный просто, нафиг. Хотя некоторым будет, наверное, по кайфу, что у них сзади такая ебучая бандура, и она свисает, но она больше, чем Warframe, ребят. С размерами бы что-то поделать. Суверен Сандана, скажем так, она какая-то шелковая, то есть слишком много шелка тут я вижу, то есть я вижу, что она еще какая-то громадная, увесистая, хотя она, у нее очень хорошая, я бы сказал, бы, наверное, скайримовская тематика, то есть... Она вот прям вот стариной от нее веет, я не знаю, то есть эти вставочки железные. То есть если подобрать скинчики, там есть скин на Рина, то есть шлем такой типа рыцарский, то в принципе, я думаю, эту сандану можно где-то применить в каком-то образе, скажем так. Ну, саму по себе, как вот чисто отдельно сандану, ну, мне не зашла, но обсирать я ее тоже не хочу. Она, в принципе, вот, ну, что-то, где-то она вот на грани между полным дерьмищем
и штука, которую можно использовать как топовое украшение. То есть вот где-то она вот бегает между вот этими двумя, так сказать, понятиями. Она, как видите, как вставлена еще между пластин, вот этот шлемик, какой шлемик, ладно. В общем, вот такие вот скинчики пацаны привезли в этот раз. Список желаемого я пока добавил только один. Поэтому, в принципе, может у вас мнение отличается, можете его писать в комментариях, можете не писать, но, в принципе, срать, если честно. Все прошлые обзоры вы там видели, если не видели, посмотрите, все то же самое дерьмище приезжало, и лишь единицы нормально. Пока.